Первый в мире международный модный журнал Harper's Bazaar уже второй год проводит церемонию награждения «Женщины года» в Турции. На этом особом вечере собрались значимые фигуры из светского общества, бизнеса, искусства, спорта и культуры. На церемонию также прибыли всемирно известные личности. На мероприятии были названы самые успешные личности в различных категориях. Представляем вашему вниманию победитель данной награды в сфере шоу-бизнеса. В мире турецкого шоу-бизнеса и кино есть выдающиеся личности, которые не только завоевывают сердца зрителей, но и своим примером вдохновляют миллионы людей по всему миру. Одними из таких людей стали Барыш Ардуч, Мирем Юзерли, Ханде Эрчель, Берджи Акалай и Субур Джуязго Джошкон, которые получили престижные награды от Harper's Bazaar. Субур Джошкон получила награду «Восходящая звезда года». Актриса начала свою карьеру еще 6 лет. Несмотря на долгие и сложные съемки, она уже тогда проявляла выдающийся талант и настойчивость, которые выделяли ее на фоне сверстников. За свою юную жизнь она приняла участие в ряде значимых проектов, которые привлекли к ней внимание. В этом году ей была присуждена награда «Восходящая звезда» за роль в сериале «Биргеджа Масалы». Субур Джуязго Джошкон – это пример актрисы, которая из года в год покоряет аудиторию своим упорством и талантом, несмотря на столь юный возраст. Отметим, что это не первая престижная награда актрисы. В свои 17 лет актриса получила награду «Восходящая звезда» премии «Золотая бабочка». На той же премии Субур Джу и ее партнер стали парой года. Барыш Ардуч получил награду «Мужчина года». Барыш завоевал миллионы поклонников как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Однако его популярность основана не только на актерских успехах, но и на его активной социальной позиции. Барыш известен своей поддержкой детей, животных и охраны окружающей среды. В своих ролях он стремится передать искренность и приверженность моральным ценностям, которые кажутся зрителям подлинными. Его восприятие актерской профессии выходит за рамки экрана. Барыш живет и действует в соответствии с ценностями, которые воплощает в своих героях. На церемонии Harper's Bazaar ему присудили награду «Мужчина года» за эту выдающуюся способность соединять личные и профессиональные качества. Ханде Эрчель получила награду «Цифровая звезда года». Ханде – актриса, которую знают и любят не только за ее роли, но и за стиль, искренность и позитивную энергию, которую она привносит в каждый проект. Ее популярность в социальных сетях достигла глобального уровня, а ее поддержка молодых девушек принесла ей уважение поклонников. Ее стиль и образы становятся источником вдохновения для миллионов поклонников, и она не раз подчеркивала значимость женской солидарности. Ханда убеждена, что когда женщины поддерживают друг друга, все становится лучше и прекраснее. Актриса была удостоена награды «Цифровая звезда года» за уникальное влияние и поддержку женского движения. В своей речи при получении награды Ханда не забыла о критике в свой адрес и заявила: «Я не люблю много говорить, вы скорее всего это заметили, потому что я никогда не отвечаю на все выпады в мой адрес. Однако я хотела бы поблагодарить вас за эту награду, потому что несмотря на все, что говорят обо мне и на все препятствия, которые вам ставят на пути, то, что вы даете эту награду мне и проявляете тем самым такую смелость, действительно очень ценно для меня. Я горжусь этим. Огромное спасибо. Вы оказали мне большую честь». Мерьем Юзерли получила награду за вклад в поддержку женщин. Мерьем описывает себя не только как актрису, но и как дочь, женщину, сестру и мать двух дочерей. Мерьем – одна из самых популярных турецких актрис, известна не только своей карьерой, но и как активный участник женских правозащитных проектов. Мерьем использует влияние своей популярности для помощи девочкам и женщинам, нуждающимся в поддержке по всему миру. В последние месяцы актриса была почетной гостьей на одной из крупнейших международных женских конференций, который транслировался более чем в 53 странах и был посвящен усилению прав женщин. Мерьем также выступила на Международном женском конгрессе,
одном из крупнейших мероприятий, посвященных поддержке женщин. В июне 2024 года Мерием получила приглашение войти в состав консультативного совета Hairflix, первой платформы, ориентированной на женский контент. Основательница и президент платформы Адриана Шоу лично позвала актрису принять участие в проекте. Мерием Узерли в своем последнем проекте сыграла бесстрашную женщину, разрушающую круг общественных предрассудков и правил. Актриса стала лауреатом награды Women Improvement Award за свои усилия в поддержке и вдохновении женщин на глобальном уровне. Мерием в своем выступлении на церемонии раскритиковала то, что женщин часто делают мишенью во многих вопросах. Также актриса поддержала Ханде словами: «Я уже сегодня сказала Ханде Эрчель, я твоя самая большая поклонница, не верь другим». Бирджи Акалай получила награду «Актриса года». Бирджи – актриса, которая впечатляет своей искренностью и умением перевоплощаться в любую роль. Ее таланту аплодируют миллионы зрителей, а каждый проект с ее участием неизменно становится успешным. Бирджи также известна своей активной позицией в отношении социальных вопросов, особенно когда речь идет о женщинах. Она является одной из ролевых моделей для нового поколения актеров. Бирджи открыто выражает свою позицию по важным общественным вопросам, сохраняя уважение и демонстрируя мягкий, но принципиальный подход. Бирджи была удостоена награды «Актриса года» за ее вклад в кино и телевидение, а также за ее неравнодушие к социальным проблемам. Отметим, что Бирджи посетила церемонию вместе со своим возлюбленным Хааканом Курташем. Актер заявил, что гордится своей девушкой и похвалил ее актерскую игру. Как мы отметили, церемония Harper's Bazaar «Женщины года» не только выделила достижения актеров, но и подчеркнула важность приверженности социальным и культурным вопросам. Каждый из лауреатов воплощает в себе нечто большее, чем просто актерский талант. Это личности, которые вдохновляют своим примером и служат образцом для миллионов поклонников по всему миру. Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр!